Это галерея портретов знаменитых украинцев. Экспозиция государственного значения. Составлена братом президента Петром Ющенко и его движением «За поместную Украину». Очень много героев, богов до нашей эры родилось на территории Украины. Геракл, который родился в районе города Пантикопей, Керчь. Это украинский Крым. Бог Аполлон и богиня Артемида, эти божества на территории Причерноморья украинского родились. А вы знаете, что украинский язык привнесен с Венеры? Не знаете, нет? С Венеры. Это сказали украинские ученые. И в учебниках написано об этом. А о том, что украинской нации 140 тысяч лет. Кроманьонцам, правда, до 50 ученые считают. Но это кроманьонцам. А украинской нации 140. Цей наш люд, весь наш інтелект, який вийшов за межі України, і коли це все оглядаєш, то думаєш собі, Господи, якби уся ця сила нині працювала на всю цю нашу державу. Заявлення президента країни о том, що він, скоріше всього, ще й потомок Івана Степановича Мазепи, нікого не повинно удивляти, тому що історик Бібік виявив, що Віктор Андрійович – потомок Чингисхана. Чингисхан походил из арийского рода седого волка, который пришел из Тибета. А в Тибете были арии. А арии пришли с Украины. Безусловно. И поэтому все, Марко Поло говорит, что Чингисхан имел фейс европейский. То есть он был европеоид.